Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами отведаем устрицы. Устрицы обязательно нужно употреблять в шампанском. Они идеально сочетаются вместе. Берем устрицу, срезаем ее ножом от раковины. Берем небольшой кусочек лимончика, поливаем лимончиком. Это классический вариант употребления устриц. Но мы немножко отойдем от традиции и на свой вкус добавим немножечко табаско. Вот так. И после этого мы употребляем устрицу. За вас!